те, которые скинь дяде Вадику Гинга Грузии, быстро. Оттуда вас, с моего телефона, скинь дяде Вадику на WhatsApp. Повзрослела.
Она еще хочет. Правильно сделала моя. Thank you.
Gözlerimi şemel patmış anılmış. İplikten ince kirpikleri gülermiş hep bir uşak gibi. Çağatay'da güzeldi kız yaşarmış. Pamuk gibi beyaz elleri, sepetinde gül çiçekleri. Çağatay'da güzeldi kız yaşarmış. Ay durmuş, yaş dolmuş kara gözleri. Sevdası hep yokmuş, beklemiş seni. Ay durmuş, yaş dolmuş kara gözleri. Sevdası hep yokmuş, beklemiş seni. Çağatay'da gözen bir kız yaşarmış. Sevdasını görmüş, aldanmış. Olsa bir kere onu göreyim, al yanağını onu yapayım. Çağatay'da güzel bir kız yaşarmış. Pamuk gibi beyaz elleri, sepetinde gül çiçekleri. Çağatay'da güzel bir kız yaşarmış. Ay durmuş, yaş dolmuş kara gözlerim. Sevdası hep yokmuş, beklemiş seni. Ay durmuş, yaş dolmuş kara gözlerim. Sevdası hep yokmuş, beklemiş seni. Babus. Уважаемые жители города Вуханешта, также наши гости, просьба подойти поближе. Перед началом нашего народного митинга просим поприветствовать флаги Молдовы и Гагаузии.
уважаемые друзья, прошло две недели. Как мы вам и обещали, во-первых, хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает нашу идею, подписались. Большое вам спасибо. Несмотря на то, что наши друзья в кавычках нам мешают, и хочу вам сказать, что за эти два дня они сорвали все объявления по городу о нашем митинге. Тем самым людей возвращали обратно, что у нас ничего не будет, мы нелегитимные. Ну, об этом чуть позже. Господа социалисты, конкретно. Теперь также хочу вам сообщить, за эти две недели мы провели огромную работу, нам удалось встретиться с Башканом Гагаузии, мы озвучили наши требования общие, также возник у нас диалог на эту тему, у нас есть несколько предложений, которые мы сегодня вам их представим. Ирина Федоровна, к сожалению, нам сказала, что по закону она не имеет права выше быть, чем президент. Но мы об этом тоже будем говорить сегодня. Есть несколько видений на данную ситуацию. И как мы вам и обещали, мы не сдадимся. И наш народный протест мы будем продолжать. К сожалению, сегодня не вижу депутатов Народного собрания партии социалистов. Есть? Хорошо. Лафидажер. Хорошо, что подошли. Для приветственного слова хочу предоставить слово примару нашему городу Виктору Николаевичу на правах хозяина. Здравствуйте все, кто сегодня оставил свои дела и пришли в парк. Ровно две недели тому назад мы с вами встречались и договорились, что через две недели увидимся еще раз и подведем итоги того, что было сделано за две недели. Если помните, тогда я с этой сцены говорил, что если мы хотим действительно помочь и найти выход ситуации в ценообразованиях у нас в Республике Молдова, мы ни в коем случае не должны озвучивать какие-то партии, говорить, кто хороший, кто плохой. У нас одна цель – снизить цены на энергоносители. Для нас это очень важно. Почему? Спасибо. Для нас это важно почему? Каждый дом частный, пусть это будет квартира, пусть это будет частный дом, каждый человек задумывается, что он будет делать зимой. Если возьмем предприятие или госучреждение, детские сады, дома культуры, примарии, школы. Это проблема еще больше. Почему? Потому что там идет очень большое количество кубов газа в месяц. И по итогу этого месяца или примария, или то учреждение, которое относится к системе образования, или другое госучреждение, задумывается, как оплатить этот газ. На таких митингах каждый из нас может высказать свою точку зрения, чтобы в общем мы смогли с вами найти выход ситуации. Может быть, у нас получится найти какой-то компромисс, который будет предложен и правительству, и руководству страны для того, чтобы ценообразование пошло вниз, но ни в коем случае вверх. Мы буквально за эти две недели увидели, что цена газа с 18 лей стала 23. И каждый руководитель пересчитывает в калькуляторе, во сколько обойдется тепло. Это за октябрь, ноябрь, декабрь. Бюджетный год еще не закончился. И по окончанию бюджетного года эта сумма, которую оплатим за энергоносители, поверьте, она уже будет не десятки, не сотни тысяч лей, а миллионы. Поэтому откуда взять эти миллионы для того, чтобы обогреть наших детей, вот это большой вопрос. И мы сегодня, есть очень хорошая пословица, готовь сани летом или летом должны готовиться к зиме. И мы сегодня с вами должны думать, как мы сможем выжить в эти три месяца оставшегося
отопительного сезона в этом году, в 2022 году. Это будет, я думаю, что очень сложное время. Сейчас вносятся какие-то поправки. Есть поправки, которые говорят о том, что учебный год продлится в школах. Но это не выход ситуации, так как у наших детей и так большая нагрузка учебная. А представьте себе, что этот ребенок должен быть 6 дней в неделю в школе. За это время, получается, до 31 июля у нас по распоряжению правительства, то есть мы должны были при Марии собрать списки всех желающих на дрова. Я вам честно говорю, даже боюсь озвучить сумму, которая не сумма, а количество складометров дров, которые необходимы в нашем городе только. А эта работа была проведена по всей Республике Молдова. Если взять Вулканежский район, то это было сделано и в Чешмекёях, и в Битулии, и в Карбалии, и в Вулканежтах, и на севере в Молдавии. Такого количества дров, естественно, в Молдове нету. Конкретная категория граждан, которая должна будет получать, потому что нам сказали так, что собираете списки всех желающих. Мы их собрали, мы их передали в Кишинёв. И, естественно, сейчас такое предприятие, как Молдсилва, они должны все это аккумулировать, найти такое количество дров и начинать выдавать людям. Не выдавать. Я прошу прощения, я сделаю маленькую поправку. В этом распоряжении было написано, что это будет какая-то государственная цена. Цену мы не знаем. Вот поэтому я не знаю, даже те 2, 3 или 4, а то и 5 складометров, которые человек записался, сможет ли человек за эти количество складометров обогреть себя? Естественно, нет. Поэтому я всех выступающих после меня прошу, давайте мы оставим какие-то политические партии, давайте мы будем говорить сегодня по существу и будем искать выход с данной ситуации. Может быть, мы с вами найдем какое-то предложение, которое сможем сформулировать, направить вышестоящим. Можно сначала Народное собрание, Башкану Гагаузи. Они уже с этой информацией проработают эту информацию и смогут выйти с предложением для того, чтобы нам с вами было легче жить. Только на газу и на электричестве наши проблемы не заканчиваются. Проблемы практически по всем периметрам. Это и вода, это и канализация, это и продукты питания. Поэтому человек, имеющий пенсию в 2000 лей, зиму точно не сможет прожить свободно. В прошлый раз я давал такое предложение. Еще раз повторюсь. Если не можете проработать ценообразование, вернуть старые цены, подумайте над тем, как увеличить пенсию и заработные платы. Вот это будет совершенно другой подход. Выросли цены, соответственно, и пускай вырастут и заработные платы, и пенсии. Так как человек получает квитанцию на электричество в 1500, в 1700, а у него 2000 лей пенсия, это уже говорит о том, что даже денег на газ не остается. Поэтому я свои предложения в прошлый раз высказал, в этот раз высказываю, и также солидарен с тем, что ценообразование у нас в Республике Молдова не соответствует уровню нашей жизни. А пенсионерам и того сложнее. Слово предоставляется руководителю митингующего комитета Гагаузии Михаилу Вах. Селям сайгылы достлар, председателю, руководитель Вади Кенси калдырды, иштер сормады. Йок бізде не председатель, не руководитель, сайгылы достлар. Біз епчіміз ким барда топланды, біз епчіміз председатель да руководитель, нечізерім, кыш гелер да кимси білмер наши біш апчиз. Уважаемые жители Вулканежского района, уважаемые вулканецы, я хочу вас в первую очередь поблагодарить.
Я хочу вас в первую очередь поблагодарить за теплый прием нам. Я хочу поблагодарить депутатов Народного собрания, которые оставили свои тоже вопросы, потому что сегодняшняя тема, которую мы обсуждаем уже не первую неделю, а это очередной митинг, который проходит в городе Герои Вулканешта, он, в принципе, потряс всю республику. Я хочу тоже сегодня остановиться, о чем сказал примар. Уважаемые друзья, на последнем митинге позавчера вот эти вот провокационные действия определенных лиц, где мы показываем центру, что им удается нас друг с другом столкнуть, и чтоб мы здесь собачились и лаялись, это абсолютно не та повестка, которую мы с Вадимом Анастасовым, с Вадимом Шинником и с нашими патриотами, аксакалами, ветеранами создания Гагаузской республики, а впоследствии автономии, поставили цели. Цели были одни, самые простые, которые сегодня остались. Это разбудить в первую очередь местную власть. Местную власть, когда я говорю, я имею в виду мэров, городов, населенных пунктов, всех советников, которые облечены местной властью. Второй момент, чтобы мы разбудили наших депутатов Народного собрания. Мы, когда их туда избираем, мы избираем личности, мы не избираем партии и мы не избираем какие-то клановые комитеты. Народное собрание и депутаты Народного собрания являются нашим голосом в парламенте. Поэтому все 33 депутата, они едины, и они коллегиальный орган. Поэтому, когда кто-то начинает их делить, они могут там делиться. Но мы, народ Гагаузии, их не делим. И спрос с них, как с коллегиального органа депутатского. Следующий момент, это Башкан Гагаузии и члены исполкома, наши гагаузские министры. Вот когда мы все начнем понимать, что даже если у кого-то есть большие заработные платы, но у ихних родственников вся та же пенсия, о чем сказал примар, все те же проблемы, и те руководители, или те депутаты, те чиновники исполкома, мэры и так далее, они не смогут всех родственников, друзей, знакомых помочь им, потому что у них у самих заработной платы не хватит. Поэтому, когда мы объявляем митинги, и когда на митинги приходит 100-200 человек, а начали уже собираться и тысячами, это все равно ни о чем. Как говорит Иван Федорович, это ни о чем. Почему? Потому что кое-кто говорит, а мы посмотрим по телевизору. Кто-то говорит, мы посмотрим потом в интернете. В 90-е годы, когда создавали государственность, когда создавали республику, и когда смогли сохранить республику Молдова, именно гагаузский народ, рука об руку, наши отцы-основатели, наши родители, наши близкие и родные, смогли сохранить Молдову сегодня в том виде, в котором она есть, только благодаря своей храбрости и смелости. Когда они закрывали дороги, когда они закрывали железные дороги, когда все фабрики и предприятия делали гудок, в церквях били колокола, и они останавливали все и выходили, и делали то, что они сделали. Они создали на ровном месте нашу государственность, чтобы мы, гагаузы, не потеряли свою идентичность. Сегодня этим должны заниматься мэры городов, мэры населенных пунктов, депутаты Народного собрания. Башкан самая первая должна это делать со своим правительством, с членами исполнительного комитета. Я сейчас не читаю ликбез и мораль здесь, но с каждым разом нас, наоборот, все меньше и меньше, а должно быть наоборот. С каждым разом нас должно быть все больше и больше. И Кишинев должен конкретно понять, что мы сегодня не сепаратисты, мы сегодня не дестабилизируем ситуацию, как сказала госпожа Санду, или там рука Кремля, и они там что-то делают. Мы все понимаем, что нам надо зайти в зиму. Мы все понимаем, что хреново все зайдут в зиму. Даже те, у кого сегодня есть возможность, и они хреново зайдут в зиму. Сегодня в зиму могут только зайти чиновники и те товарищи, которые получают за бугра вот эти гранды и все вот эти вот подачки. Поэтому
Отвечаю мэру, хочу сказать, что и в народное собрание, и в исполком были переданы резолюции всех митингов, которые прошли на территории Гагаузии. Более того, мы передали в президентуру и в правительство тоже требования митингующих. Я вам хочу сказать, нам власти Кишинева ответили, но не ответили лично, а через телевизор. Они сказали нам, что никуда они не поедут, ни с кем они договариваться не будут. Если они договорятся только с соседней Румынией, чтобы там газ брать или еще что-то, помогут европейцы, они сказали. Я на первом митинге сказал и хочу сейчас повториться, уважаемые друзья, для всех нас. Потому что ваш примар сказал одну вещь, она тоже правильная. Нету никаких вопросов. Вот было 4,70. Сегодняшнее правительство и парламент, который большинство, они все мы знаем, что они находятся в руках Майи Санду. Мы платим 4,70, а вы, как идете в европейский курс и стали кандидатами, вы доплачиваете сразу в Молдову газ остаток. Дорум или нет? Какие проблемы, нам говорят, мы не любим Европу туда-сюда. Ребята, мы должны любить наши семьи, мы должны любить нашу малую родину, нашу большую родину под названием Молдова, наша метрополия. А дальше мы сами знаем с молоком матери, кто кого здесь любит. Вот я нахожусь в Вулканештах, это форпост гагаузской и вообще всей государственной, которая здесь есть. Здесь у вас очень сильные патриоты, вы все гагаузы, которые когда в шаге от вас стояли, как Михаил Киндигелян сказал, с Бургуджи давали на этой неделе передачу, что 100 метров уже стояли волонтеры. Вам не знать, как вы стояли и смотрели им в глаза. Мы к ним пошли, они к нам хотели прийти. И мы не собираемся ничего нагнетать. По повестке хочу сказать, что все же мы требуем, чтобы руководство Гагаузии в лице первых лиц собрались Башкан с депутатами и приняли общее решение, создали группу, потому что группа Петрова Виктора, которая народным собранием была делегирована в Москву для удешевления цены на газ, к великому сожалению, ничего не сделала и не смогла сделать. Поэтому мы на эту группу не обижаемся, но хотим сказать, что депутатам надо поручить в ближайшее время, чтобы они подумали и поговорили. На встрече с Башканом мы то же самое сказали, когда вызвали митингующих, группу митингующих организаторов к Башкану на разговор, где Башкан сказал, я не могу повлиять на цену на газ, на Республику Молдова и даже на Гагаузию. Я думаю о пособиях, о помощи, о том, о сём. Мы сказали от вашего имени, уважаемые друзья, что вот эти 200 лей, которые предлагает Башкан, или то, что сейчас Тарнавский заявил на последнем митинге, что 1000 лей народное собрание будет предлагать. Но это опять ни о чем. Это тоже ни о чем, поверьте, потому что эта ситуацию не спасет. Эта ситуацию не спасет. Нам нужны кардинальные, а может даже в отчасти и радикальные действия. О чем я сейчас говорю? Я согласен с примаром. Давайте оставим, я предлагаю, я специально приехал к вам. Мне сказали, что будет сегодня здесь вулканерский прием, как дружественный. Мы здесь, а. Мы жители Гагаузии, мы придем в любую точку. Мы больше вам скажу, мы, если надо будет, поедем и на другие точки Республики Молдова, потому что мы здешние, мы отсюда, и мы ничего лишнего не говорим, когда говорим. Но я с вашей трибуны хочу сказать и поддержать Виктора. Давайте, пожалуйста, оставим все партийные вот эти вот передряги, как было перед референдумом. И коммунисты, и социалисты, и другие, кто здесь, как они говорят, собирают хороший урожай на выборах. Давайте попросим, я с первого дня сказал всем, и в первую очередь им, уберите все флаги, пожалуйста. Уберите все партийные принадлежности и лейбы. Нету здесь принадлежности. Мы гагаузский народ. Мы определились 30 лет назад. У нас на днях будет дата очень серьезная. 32 года со дня рождения Гагаузской республики. Я преклоняюсь перед всеми отцами-основателями. Я сейчас абсолютно не хочу понравиться никому. Но тогда, какие они были, и сегодняшняя молодежь, это небо и земля. Тем ребятам было по столько же лет, поскольку сегодня нам.
И мне очень обидно, когда мы с Вадимом Анастасовым, с Ярославом, еще несколько молодых ребят проводим данные мероприятия. Вот Юра, Степа, смотрю, подошли. Но нас очень мало, молодежи, ребят. Но получается, что эта государственность и Гагаузия нужна только тем, кто ее создал. Это неправильно, абсолютно. Кишинев никогда с нами не будет считаться, если в первую очередь мы не будем считаться со своим законом об особом правом статусе. И мы не будем считаться с Гагаузией и с тем, то, что мы не то, что нам дали подачку, а мы ее завоевали, эту государственность. Депутаты должны соблюдать строго свой закон, уважение. Башкан должна быть гарантом уважения, а не гарантом отдельного какого-то языка, который на территории Гагаузии вообще даже нету государственного. То есть вот эти все вещи мы должны начинать со своего дома. Когда я хочу покритиковать кого-то лично, ну я должен сначала на себя посмотреть, а потом критиковать лично. Но когда мы критикуем власть в лице нашей региональной власти, Башкана, депутатов Народного собрания, местных властей, мы имеем на это право, потому что говорят, критикуя, предлагая, предлагая, делай. Мы на последних митингах и наши сейчас товарищи, кто приехал, скажут, кроме того, что мы критикуем и мы предлагаем, мы готовы помочь, мы готовы поддержать сегодняшнюю власть Гагаузии, чтобы у нас действительно получилось. Зачем нам нужны были эти помпезности, эти фотографии с президентом, с Валентиной Матвиенко, с другими, с третьими, все в наших силах. Вот сегодня надо показать, что в наших силах. Мы должны сконсолидировать гагаузское общество. В каждом населенном пункте должны пройти собрания, как в селе Кангас, где присутствовал мэр, где присутствовали советники и был полный зал Дома культуры. Мы должны подготовить общую резолюцию нашей местной власти в каждом населенном пункте. Мы не должны сегодня ехать в Кишинев. Мой друг и один из организаторов сказал, нам надо уже ехать в Кишинев. Нет, друзья, я хочу с этой трибуны сказать, нас в прямом эфире снимают. В Кишинев вообще мы ничего не должны. И рано вообще куда-то ехать. Если и поедем, мы вместе подумаем, когда примем решение. Если это надо будет, мы поедем. А пока мы в своем доме должны разобраться, в Гагаузии. Потому что здесь каждый смотрит, кто плотнее, кто круче, кто где, кто кому прислуживает, кто на кого работает. Сегодня власть Гагаузии в лице Башкана, она обязана спуститься с третьего этажа на второй, показать этот бюджет. Вот сегодня день ковров, я ей сказал лично. И сейчас повторяю. В это трудное время не нужны никакие ковры. Это тоже нужно, но не сегодня. В это трудное время, когда День города будет проводиться в Камрате, и туда уйдет 800 тысяч лей. Это тоже не нужно. Есть государственные учреждения, Дюзова, Мюзова, все вот эти Кадынджа, Мадынджа, которые получают заработные платы. Сделать на своем уровне, не потратить ни копейки. Вот ваш примар сказал, что в Сильва там нету дров. Илья Узун на последнем митинге в Чедерлунге, он же точно сказал, что максимум миллион может быть, а сегодня уже запросов на 2,5 миллиона. А эти все деревья посадил Советский Союз. Мы за 30 лет еще ни хрена не сделали. Причем ни одна власть. Не только это. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны потребовать с нашей местной власти, наши какие простые идеи. Мы должны объединиться. Вот мы собираем сбор подписей. Уже около 5000 подписей по Гагаузии собрано. Совет старейшин подключился, патриоты, ветераны создания, все подключились, молодежь. Многие говорят, а это для Евросоюза, для обсуждения, для вхождения. То есть идет разная фейковая дезинформация. Конечно, центральным властям не нравится, когда мы что-то собираем и кому-то мы напрямую без них обращаемся. У нас есть прерогатива. У нас политическая автономия, у нас не культурная, чтобы мы с хлебом, солью кого-то встретили и все. У нас есть законодательный орган, это гагаузский парламент, который принимает законы на своих компетенциях, на своей территории. И это должно действовать не как с георгиевской ленточкой. Депутаты приняли, нас всех оштрафовали, блин. Мы не знаем, что делать. Следующее. Налоговую у нас по закону и по документам никто не забрал, но ее нету. Должно быть
Характер должен быть серьезный и центральным властям уже показать. Это дослар сёба, битой на массина. И все депутаты должны, уберите партийные принадлежности. Мы предложили, еще раз предлагаем. Для этого нужен съезд депутатов всех уровней. Для того, чтобы решить проблемы гагаузского народа, в ближайшее время нужно провести съезд депутатов всех уровней. С четким требованием. В первую очередь к нашим властям. В лице законодательного и исполнительного органа. Потому что Башкан тоже говорит, я это не могу, я то не могу, я то не могу. Башкан не имеет права такое говорить, что она что-то не может. Потому что когда она приходила и просила всех нас, гагаузию, голосовать за нее, она говорила, что она все может. Она не говорила, что она не может. И вот организаторы ей об этом сказали. Поэтому мы должны сегодня, друзья мои, я вам серьезно говорю, должны объединиться, оставить все обиды хотя бы на вот этот промежуток, до зимы. Я предлагаю всем объединиться, гагаузскому народу объединиться, всем населенным пунктам, всем лидерам, всем патриотам. Уберите эту партийную философию. Эта партийная философия за 30 лет уничтожила гагаузский народ. Она просто украла и обобрала все. Поэтому мы сегодня должны начать, как наши отцы-основатели. Поверьте мне, мы начнем. Я уверен, что центр сам должен проснуться. Мы пока в Кишинев не должны ехать. Обращаюсь, нас снимают в прямом эфире. Друзья, патриоты Молдовы, все движения народные. Что вы ждете, гагаузов бы? Мы придем и поможем вас. Сами включайтесь в населенном пункте. Или газ в Гагаузе только дорогой. Газ дорогой по всей стране бы. Как так, мы? Все ждут, давайте, гагаузы, вы, а мы за вами. Мы свой дом, согласны, должны оберегать. Но давайте включайтесь, Бессарабка, Бельцы, Кишинев, другие. И тогда власть проснется, она начнет думать не просто о какой-то компенсации, чтобы замазать глаза. А серьезно, они сегодня допустили, это геноцид нашего молдавского многонационального народа. Что делает сегодняшняя центральная власть, и закрывая глаза и идя в Европейский Союз, через головы простых людей, которые даже этого не хотят. Они идут по своей указке, по лекалам, которые им дали с Запада и с Вашингтона. Четко. Поэтому только мы можем остановить это, друзья мои. И мы должны начать с цены на газ. Мы должны потребовать, чтобы центральные власти дали автономии 300-400 миллионов лей. Чтобы наши депутаты исполком смогли напрямую вам раздать не по 200 лей. И даже не по 1000. По 5000 лей. Кто за это? По 5000 лей. 250 миллионов. Мы посчитали. 50 домов. 50 тысяч домов. 50 тысяч домов. Это есть. Это реально бы. Власти центральные получают с Европы миллионы евро. Получается, что с Шукурминжира сюда до Вулканешт как будто жители не живут. Сегодня в первую очередь, центральная власть должна почувствовать, что здесь живут люди, а не бомжи какие-то. Спасибо. Кто хочет выступать, может сюда выйти и выступать. Слово предоставляется ветерану образования Гагаузской Республики, нашему Аксакалу Илья Васильевичу. Здравствуйте, уважаемые граждане Вулканешты, гости наши. После Михаила очень трудно выступать, но я скажу немного. Дело в том, что мы когда встретились с Башканом позавчера, она сказала, что жалко, что уезжает молодежь, которая обучается здесь. А после, когда она закончила свой разговор, ну, я несколько вопросов задавал, она пожаловалась, что уезжают. Я говорю, а нам не жалко, что наши, которые сделали республику гагаузскую, а после автономию, и не дали объединиться именно мы и Приднестровье
предотвратили объединение с Румынией, это факт, они сами это признают. Они направили сюда волонтеров, чтобы разрушать наши дома и убивать кое-кого. Я это прекрасно знаю, этот период, потому что участвовал во всех этих баталиях. И я ей говорю, Ирина Федоровна, а нам не жалко, что вот в Вулканештах остался я и еще 2-3 человека, с того периода остальные экономически отсюда выгнали. Работы нету, а у людей семьи. Они уехали отсюда. Остались вот несколько человек. Но сегодня я скажу, что вот один из правоохранительных органов сказал, первый раз, когда мы были здесь, и ему обратился человек, что ну какие действия могут быть, чтобы протокол составить, вот если выступает там очень агрессивно. Он сказал, значит, не надо никого трогать, они выпустят пар, и на этом конец. Поэтому, чтобы вот этот пар не создался таким большим напором, что если она взорвется, взорвет и их. Поэтому, вот эти люди, которые сегодня пришли, неужели только им тяжело? И они пришли сюда. Надо приходить не только один раз, второй, третий, четвертый, пятый раз. Потому что там, думаю, вот видите, они выпустили пар. А зимой что будем делать? Пара не будет, от холода пар не бывает. Бывает только иней. И я бы хотел вам... Вы знаете, мне упрекают, что я вот говорю какое-то стихотворение. Если человек не понимает смысла этого, каждая строчка задевает эту власть, то тогда я вот... Уехали отсюда Максим Галкин и Пугачева. Я вам коротко. Нам парламент задает трудные задачи. Терпеливый наш народ над задачей плачет. То ли еще будет, то ли еще будет, если дальше будем мы молчать. Нам в Брюсселе говорят, вступайте в еврозону. Выделим мы вам кредит, НАТО у вас расселим. То ли еще будет, то ли еще будет, если дружно все не скажем. НАТО нет! НАТО нет! НАТО нет! Вот эту славу должны постоянно говорить. Почему? Президента избрал народ? Она не считается с народом. Давайте будем дружить всем. Разве можно, если мне плохое сделал сосед? Больно? Ведь только из-за их причин вот такие цифры подняли цены. Только амбиции нашего руководства, ведь могли они, даже вот старая власть, уходя, они перед этим должны были договор составить на несколько лет вперед. А они публично так сделали, что не надо. Пускай после думает Майя Санду. И насчет партии. Вот лично я считаю, я не разделяю людей по партийным спискам. Это тоже наши люди. Они, каждый из нас имеет право, но не надо переходить черту. Надо объединиться с народом и вместе сплотить народ, чтобы выходили и требовали. Я бы хотел, чтобы простые люди выходили, несколько слов говорили. Не надо здесь какие-то речи, несколько слов свою боль высказать здесь. Спасибо за внимание. Слово предоставляется депутату Народного собрания Илья Узун. Здравствуйте. Хочу с вами... Кто меня не знает, я хочу представиться. Я депутат Народного собрания Илья Узун. Я тот, кто участвовал в организации проведения нашего референдума, где наш народ определил свои цели и развитие и проголосовал 98%. И нашему народу, и вам в том числе, выражаю благодарность. Сейчас я хотел бы вас
я уже выступал в Чадырлунге, и вам сказать. Сделать краткий экскурс назад. Когда развалился Советский Союз, у нас же был президент Снегур. Он был хозяйственник. У него не было времени заниматься политикой. Он думал, как поставить страну на рельсы. После первого срока он проиграл. Почему? Потому что пришел комсомолец Лучинский. Потом после комсомольского Лучинского пришел комсомолец Воронин. Потом комсомолец Филат, комсомолец Сулупу, комсомолец Дадон. И вот, и сейчас эта власть такая же. И смотрите сюда. Они приходят, красиво говорят, но ничего не делают. Но когда проигрывают, пытаются опять к власти вернуться. И наша задача с вами не выбирать такую власть. Наша задача выбирать новых до тех пор, пока может найдется и придет тот человек, который наконец-то скажет всем схемам и нашему государству откроет зеленый путь. Пока таких я не вижу. Так вот, скажите, как определиться, когда человек врет и когда человек не врет? Это большая... Надо иметь большие знания. Почему? Потому что такие технологии, когда ты его слушаешь, его со рта идет мед. Мед. Но как приходит власть, забывает. На меня при правлении Демпартии, партии социалистов, открыли 6 уголовных дел. За мою гражданскую позицию, за то, что я говорю нашему народу правду, как она есть. Сейчас госпожа Влах открыла на меня еще 3. Почему? Потому что я задаю вопросы, когда она шла. Я не буду повторяться, вы слышали меня, где эти фабрики, заводы, там все. Где электростанция, которая у вас должна была быть, где аэропорт, ничего нету. Но как она красиво лгала. Как она лгала, какой мед с ее сорта шел. И Дадон ее поддерживал. Так вот, какой механизм выхода с этой ситуации, я не вижу. Вот я вам говорю честно слово. У нас бюджет 1 миллиард, а уже должен быть 5. Отдать все государственные границы, охрана, органы власти, пусть останется 3. У нас будут деньги, и будут деньги компенсировать людям. Но за эти деньги надо биться. Но любая власть, которая есть, она нас разделяет и властвует. Любая партия, которая идет с добрыми побуждениями, говорит, что будет делать для народа. Но как приходит к власти, на местах на работу трудоустраивать своих людей и начинает править. Я вас прошу, партия ПАС, которая пришла с добрым побуждением, говорила, что она будет для народа. Она говорила, нет коррупции и так далее, так далее. Я вас прошу больше такую власть не поддерживать. Эта власть себя полностью дискредитировала, дало ей такую власть. И будем искать новую. Спасибо вам. Слово предоставляется сопредседателю межпарламентской группы и депутату Народного собрания ЧПС Сергею Константиновичу. Добрый день, уважаемые жители Вулканешт. Добрый день, Гагаузия. Ну, тут в полукруге все собрались, сидят, поэтому как-то нужно будет каким-то образом, чтобы внимание было для всех. Я, пожалуй, одним из первых сегодня приехал на этот митинг. Я выехал с Тамая, рассчитал, что я приеду к 10 часам, но приехал почти на полчаса раньше. Просто потому, что я не знал, что построена дорога. Я в связи с чем вас поздравляю. Очень хорошо, что есть возможность... Уже к вам приезжать, признаюсь, что редко приезжал, конечно, наверное, это повод, чтобы чаще приезжать к вам. Мы здесь с вами собрались, по сути дела, обсудить проблемы, которые озвучиваются многократно. Да? Не сидим мы дома в выходной день, но собрались. Понятно, что есть люди, которые по уважительной причине не смогли приехать. Кто-то считает, что от этих митингов толку нет никакого.
Но знаете, что я вам хочу поделиться с чем? Я совершенно точно знаю, что центральные власти страны очень обеспокоены, что мы проводим эти митинги. Они мечтают, чтобы эти митинги прекратились. Поэтому, значит, время от времени поступает всякая дезинформация. Почему? Потому что народ задает неудобные вопросы. Да, мы слышим, что нас пытаются представить в виде некой угрозы, что якобы некие радикальные заявления поступают со стороны митингующих. Мы не сепаратисты, хотелось бы, чтобы все услышали и все понимали. Мы лишь заявляем о своих правах. И власти в Молдове должны это услышать. Они должны понять, что суверен – это народ, а не исполнители. Они должны подчиняться народу. Очень неприятно, конечно, говорить о том, что президент страны по приглашению депутатов Народного собрания никак не может к нам приехать. У нас такая огромная страна, наподобие России, да, что приехать к нам очень тяжело. Ну, конечно, это ирония, потому что Молдову вдоль и поперек можно за неделю объездить, было бы желание. Мы понимаем, что президент не хочет ехать к нам, встречаться с депутатами, отвечать на неудобные вопросы. У нас тоже накопилось очень много неудобных вопросов. И очень жаль, что не хотят слышать нас. Очень жаль. Мы, значит, сталкиваемся с проблемами Гагаузии и в рамках межпарламентской группы. Я чуть позже об этом скажу несколько слов. Но главное, конечно, что нас беспокоит, невыносимые условия для жизни. Но реально, трудно вспомнить, в каком году нам было так тяжело. Конечно, хотелось бы так встретиться и поговорить на хорошую тему, чтобы люди говорили о том, что они удовлетворены жизнью. Они просто, люди просто сегодня не понимают, не знают, как вообще прожить дальше. Потому что день ото дня у нас становится все хуже и хуже. Цены на газ. Безусловно, это беспокоит всех. Я вам хочу сказать, что для небольшого домовладения потребление зимой в сутки примерно 20 кубов газа, примерно, чтобы более-менее отопить дом. При этих ценах сегодня 23 лия сегодняшнего дня, или со вчерашнего дня, за куб газа, это примерно, нетрудно посчитать, это 500 лей в сутки нужно тратить для того, чтобы отопить дом. Очень редко кто может себе позволить такие траты. Это немыслимо. Что власти предлагают нам взамен? Мы говорим, езжайте, решайте на политическом уровне в Москве. Теперь есть, на этом этапе есть оправдание «война на Украине». Да, они сегодня стали открытым, значит, поддерживать и солидарны, значит, они стали солидарны с Европейским Союзом. Но, по сути дела, власти Молдовы выступают против России. Откровенно уже они выступают против России. Они не хотят договариваться. В пользу своей версии я вам скажу, просто хочу напомнить, что вот война началась 24 февраля. А проблемы по газу начались куда раньше? Нетрудно вспомнить. С августа месяца наше правительство пытается договориться. Но они не хотят договариваться. Им не нужно договариваться. Как быть людям? Что нам предлагают министры? Мы и многие министры, сейчас не хочу, им будет, наверное, много чести называть их имена. Но их в недавнее время никто не знал. Потому что они не были в политике. Они просто заняли эти пустые места. И делают всякого рода заявления. Они сегодня статисты, ровным счетом ничего не решают. Говорят всякие глупости. Дескать, будем экономить, потому что так делает Европа. Я хочу спросить, а как экономить? Может, они нам будут рекомендовать, сколько раз в неделю нам купаться в душе? А может, нам будут говорить, как нам вообще готовить еду? Как людям быть, вот если даже такие вот, значит, бездумные заявления политиков, что да, мы готовы к тому, что Россия может отключить нам газ. Как людям жить в домах, как жить в квартирах? Может быть, они порекомендуют, значит, буржуйки установить на балконах? А как готовить еду? Может быть, дворами собираться на улице и топить дровами? А может быть, полевые кухни устроить? Это же ненормально. Это абсолютная некомпетентность власти. Абсолютная некомпетентность людей, которые должны отвечать за интересы народа. Они забыли, что для этого они туда пришли.
Правильно, были всякого рода заявления. Да, Гагаузия сегодня не поддержала на выборах партию ПАС. Мизерное количество поддержала. Но хочу напомнить, что госпожа президент обещала публично, что она президент для всей страны. Она так и, такой и должна быть, потому что в Конституции так прописано. Должны представлять интересы всего народа. А что мы видим? Разделение народа. Что мы здесь требуем? Из ряда вон мы говорим, езжайте, договаривайтесь. Что хотят власти? Они на самом деле хотят исключить Россию из нашей жизни. В этом весь смысл. Вот что они пытаются делать. Сегодня самолетом попасть, к примеру, в Москву, это надо лететь через Стамбул или через Ереван. Платить нужно в 4 раза дороже, чем обычно. Почему? Раньше, с 2014 года до февраля этого года, были же самолеты, которые летали в облет Украины. Все вы помните компанию «Севен». И ничего, на час позже могли долетать. Ведь десятки тысяч наших детей, наших родственников живет в России. Сотни тысяч наших людей из России и Молдовы живут там. Как вообще держать связь? Как встречаться с ними? Если говорить, к примеру, дальше про экономику, буквально вчерашний день один из министров, я даже не знаю его имени, заявляет, что мы не будем помогать молдавским компаниям, пусть они сами решают. Мы что-то дадим народу. А как быть? Почему Европейский Союз, которым они так солидарны, они же миллиарды евро и долларов тратят на поддержку своего народа, своих экономик? Ведь люди, которые работают на предприятиях, создают рабочие места, платят налоги, и за счет налогов все мы, все здесь присутствующие, все жители, платим налоги, содержим всех этих чиновников, начиная от президента, заканчивая самым мелким чиновником. И они должны выполнять волю народа. В этом заключается весь смысл. В этом заключается их миссия. Если какие-то хотелки, кому-то что-то не нравится, так это пусть дома они у себя заявляют. Но здесь, будьте добры, служите в интересах народа. Нравится вам это или нет, служите в интересах народа. Потому что вот это нежелание, значит, договариваться с Москвой, попытка исключить из нашей жизни Россию, это и результат их деятельности. Мы считаем, что это недопустимо, это непозволительно. Мы понимаем, что власти Молдовы на этом этапе не будут обращаться дальше в попытках решить вопрос по газу. И буквально несколько слов хочу сказать и коснуться наших властей. Прошу понять правильно, не для обсуждения, просто в общем контексте, чтобы услышали и поняли мою мысль. Дело в том, что глава Гагаузии у нас член правительства. Член правительства участвует в вопросах внутренней и внешней политики. Вопрос по газу – это вопрос внешней политики. И не только по газу, по другим политическим вопросам. Мы не слышим в правительстве голоса нашего главы Гагаузии. Мы не слышим возражения. Это значит, есть постоянное согласие, и это нас, конечно, не может никак устраивать. Поэтому здесь инициаторы данных митингов заявляют, собирают подписи, это право их, это право народа. Право народа собраться, обращаться. Право заявить, чтобы услышал Башкан Гагаузи как первое должностное лицо и главное должностное лицо, что вот есть наказ от народа, его надо выполнять. Нужно делать попытку. Рядом председатель народного собрания вперед, поехать и пытаться решить вопрос. Причем вопрос газовый стоит с августа прошлого года. Год уже мы обсуждаем эту проблему. Нужно решать вопросы на политическом уровне. Очень жаль, конечно, что мы, исходя из наших возможностей, я имею в виду в Гагаузии, как в качестве депутата, пытаемся решать какие-то вопросы в пределах того, что можем. Я не могу говорить, что это все идеально, но, по крайней мере, у нас есть группа депутатов, которые стараются и делаем и в рамках межпарламентской группы, и в рамках Народного собрания. И вот в недавнем времени мы нашли решение сэкономить хотя бы 60 миллионов лей и направить людям на поддержку. Примерно по 2000 лей на семью. Очень жаль, что некоторые наши коллеги не разобрались и нас не поддержали. Мы говорим громко, и с этой трибуны я повторяю, что исполнительной власти нужно услышать. Нельзя так расточительно расходовать народные деньги. Немножко обратить на дозор своему народу.
вспомнить про обещания и что-то сделать для людей. Я вам, завершая, хочу сказать, что жаль, конечно, что мы оказались в таком плачевном состоянии. И год достаточно очень жестокий, я имею в виду засушливый год. Мы не доберем очень много налогов. Очень много людей, конечно, от разочарования отсюда уедут. Но так или иначе, все люди уехать не могут отсюда. Одни не хотят, другие не могут, да и, собственно, не должны. Здесь наша земля, здесь наша родина, мы здесь должны созидать. Политики заявляют, посмотрите, мы хотим как в Германии, мы хотим как в Швейцарии, мы хотим как в той стране. Но эти страны, их руководители на протяжении многих лет представляют интересы своего народа. Своего народа. Обратите внимание, Венгрия, она член Европейского Союза, член НАТО, но она ведет самостоятельную политику в этих принципиальных вопросах. Ровно таким же образом ведет себя Турция. Почему нам, Молдове, которая не член Европейского Союза, которым не светит вообще ничего, должны вот так бесхребетно выполнять всю волю европейских чиновников, а не представлять интересы своего народа? Я очень хочу, чтобы мы... У нас изменилась жизнь. Я очень хочу, чтобы система власти и у нас в нашем доме в Гагаузии изменилась. Чтобы приходили люди, которые будут переживать за народ, представлять его интересы. И как бы ни было тяжело, будут делать хотя бы что-то, чтобы людям было комфортнее жить. Я за то, чтобы у нас была нормальная, достойная жизнь в будущем, за хорошую, успешную Гагаузию. Да здравствует Гагаузия! Слово предоставляет ветерану создания гагаузской государственности председателю Гагаузской ОКЭ Бургуджи Ивану Георгиевичу. Здравствуйте, уважаемые волконежцы. В первую очередь хочу вас, вернее, нас всех поздравить с наступающим 19 августа преображением Господним и образованием 32-й годовщины Гагаузской Республики. На этот праздник мы должны чтить, наверное, больше, чем Новый год, больше, чем другие праздники. Не бояться его праздновать, четко праздновать, потому что если мы этот праздник мы не будем праздновать, то и, в принципе, вот так и угаснем все. Этот праздник – фундамент всей гагаузской государственности, которая ныне существует. Мы должны это помнить, передавать это своим детям, внукам. Теперь по существу. За что мы собираемся? Нас собирают. Я убежден, что рано или поздно вот этот парк будет полный, когда вы будете здесь или я тоже буду присутствовать, наверное. Будем обсуждать вопросы. Иначе другого не может быть. Да, Башкан Гагаузии не может, это не ее функция, допустим, договариваться и так далее. Но полномочия Кхибашкана Гагаузии, я поддерживаю, что говорил Сергей Константинович и другие выступающие, и обязаны собраться и пойти договориться, принять политическое решение, договориться, если коль президент, правительство и парламент не желают идти, пусть не на поклон. Кто говорит о поклоне? Нет господ и слуг. Идти договориться, есть члены СНГ, у нас есть договор о дружбе и сотрудничестве с Республикой Молдова и Российской Федерации. Государственная делегация идет, договаривается. Без никаких, просто нет желания. А коль нет желания у руководства, мы политическая автономия. Прочтите внимательно наши полномочия. Гагаузия имеет право самостоятельно в этих вопросах договариваться. Мне говорят, что, я говорил, вот если даже договориться, то Молдова, руководство Молдовы не пустит, не согласится, чтобы газ, который не договорился, поступил в Молдову. Я что-то сомневаюсь. Если
руководство второго государствообразующего народа в Республике Молдова, а в Республике Молдова два государствообразующих народа, молдавский народ и гагаузский народ, договориться с руководством Российской Федерации на политическом уровне о поставках какого-то газа, я посмотрю, как руководство Республики Молдова не согласится с этим пускать этот газ сюда. Да их сметут, я убежден в этом. Первый государствообразующий народ без подсказки гагаузского народа соберется там и поставит точку над всем этим. Нужно поехать и договориться. Договаривались же мы об оказании помощи Гагаузии из Турции, из Российской Федерации. Но по этой цене, по которой договорится руководство Гагаузии о газе, пусть договаривается, мы же не только гагаузский народ будет, гагаузская автономия будет пользоваться, а вся республика будет пользоваться этим. Не хотите вы, пусть и здесь. Поэтому надо собраться, принять решение. Вот 16-го, по-моему, есть сессия. Принять решение, пригласить Башкан собраться, поехать туда, купить билет, поехать. Недели, две побудьте там. Если вас не ждут, найдите. Когда выборы были, как? Та же Матвиенко поддерживала и Башкана, что другие со всеми встречались. Пожалуйста, через эти комменты зайдите в администрацию президента, пригласите господина Миллера, примите, да, это политическое решение будет. Но все знают, что Гагаузия провели в 2014 году референдум, вектор, восточный вектор. И я убежден, что политическое решение может быть найдено. Ясы откуда берут газ-то? Тоже с России, тоже к нам пойдут. По какой цене, я читаю в интернете, что ясы обязуются нам помочь в Молдове. Откуда газ возьмут-то? Или соберутся и газы сделают? Население соберется на площади газа сделать, поступить к нам, что ли? Все равно с России идет, и потом сюда поступает. Поэтому лучше договариваться. Это первое. Я не согласен с Башканом, и я думаю, что вы меня поддержите, чтобы было требование, чтобы руководство Гагаузии поехало и договаривалось. И поддерживаю здесь Михаила, что мы в ближайшие 10 дней должны все примарии собраться, вот в каждом населенном пункте, принять решение, оформить документы с такими же требованиями к руководству Гагаузии, к руководству страны, тогда будет основание. Нас не только будут они слышать, нас слышит практически весь мир. Поэтому я сомневаюсь, что даже госпожа Санду, как бы она ни хотела, она все равно выполнит волю нашего народа. Да, она сейчас один из винтиков антироссийской борьбы. Но пусть не забывает, как говорил Сергей Константинович, что она должна служить нашему народу. Хоть она и гражданская Республики Румынии, но она стала президентом Республики Молдова. Она должна служить нашему народу, народу Республики Молдова, которую мы тоже являемся. Еще один немаловажный вопрос. Что касается наших депутатов, как здесь говорилось, я очень просил бы, не деля их на партии, кланы и так далее, чтобы наши депутаты в первую очередь соблюдали наши законы, законы автономии, которые мы приняли. Ибо если они не соблюдают их, у нас не получается, нет морального права требовать от Кишинева и других соблюдать наши законы. Мы всегда говорим, что у нас забрали полномочия. У нас никто не забрал. На бумаге все полномочия есть. Мы должны реально реализовывать их. Тогда будет нормально. Кто мешает депутатам Народного собрания Гагаузии принять, к примеру, закон об управлении внутренних дел Гагаузии? И в составе этого управления внутренних дел, то есть министерства практически, будет и управление полиции, которое сейчас есть. Финансировать тоже Гагаузия должна. Тогда будет порядок. Закон... Спасибо. Нет, так неудобно. Закрываем. Тогда закон о таможне, закон о налоговой службе. Все должно быть у нас. Закон позволяет нам это делать. Это будет не сепаратизм, а это реализация закона, принятого 23 декабря 1994 года.
Нам никто не будет. Если мы будем ждать на коленях, никто не будет давать. Еще один вопрос, который встает у нас. Не боитесь, соберите съезд депутатов всех уровней. И на этом съезде, я думаю, что это полномочия депутатов Народного собрания Гагаузии, и на этом съезде надо посмотреть, что делать, как делать, выверить, принять решение и идти вперед. Все депутаты бывших, на стадионе можно собрать всех депутатов действующих уровней и бывших, те, которые учреждали Гагаузскую республику, те, которые были до этого, с 90-го года по сегодняшний день. Это будет сверка. Это будет, ну, как тяжелая артиллерия, что ли, для всего нашего действия, наших действий впереди. Другого пути нет. Что касается, нас всегда обвиняют, что мы пророссийские и так далее. Ну, мы не пророссийские, мы прогагаузские, но Россию любим, уважаем. Мы с молоком матери впитали. Я всегда говорю, что как бы американцы ни пытались, и коллективный Запад не воевал с Российской Федерацией при помощи Украины, как бы он ни воевал, никто не отменял решение Нюрнбергского трибунала, где четко были осуждены, нацизм был осужден. Сейчас на Западе, вокруг Российской Федерации, практически зачатки нацизма, нацистского государства в Прибалтике везде идут. Это было осуждено. Есть решение Нюрнбергского трибунала. Поэтому нельзя говорить о том, что нельзя, их надо ликвидировать, не нужно давать. Наше, к сожалению, государство нейтральное идет туда же. Кому нужно модернизировать армию? Для чего? С кем будем воевать-то? С Гагаузией, с Приднестровьем, что ли? С Румынией не будем. Поэтому вот такие у меня высказывания. Я рад с вами встретиться. 19 августа. Прошу, чтобы мы этот праздник отметили все. Жаль, что мы всегда боимся этот праздник праздновать. Пока мы будем бояться его праздновать, то вот так нас будут иметь всегда. Вот Ростовцевы. Салык, Кысмет, Бурекет, Ексимиза, Гиза, Яшасын, Гагаузия, Гагауз Республикасы. Салык. Уважаемые друзья, я чуть раньше сказал вам, что мы обратились к Башкару, у нас появилась идея по нашей теме. Слово предоставляется... Не-не-не, вот ты есть. Ну, депутат народного собрания вышел. Я смотрю, слово не собирается мне давать, я решил сам его. Почему не собираться? Запишитесь и, пожалуйста. Да, запишусь. Добрый вечер. Добрый день, вернее, конечно. Хочу начать свое выступление с небольшого предусловия. Я Кёся Леонид, депутат Народного собрания от села Чипкё. Хочу начать с небольшого предисловия. Вы помните, 1.5-2 года назад цена на газ была 4.30, продукты питания были намного дешевле, топливо было дешевле, и наша страна ни с кем не собиралась воевать, как сейчас она собирается. Вы прекрасно знаете, что президент обратился в Европейский Союз и призывает, и попросил у них 40 миллионов евро на вооружение. С кем они собираются воевать? Всем понятно. С нашими стратегическими партнерами. Мы с этой стороны, с своей стороны, просим у наших партнеров Российской Федерации дешевый газ. Тут я смотрю, наши коллеги выступали. Про Кишинев вообще никто не вспоминает. Про Майю Санду, про ПАС. Ведь они же виноваты во всем, то, что происходит сейчас. Я этого не слышал. Виноваты депутаты, виноваты примары, виноваты кто угодно. Но только не ПАС. Я ПАС не слышал. Они, вот, я хочу вернуться чуть назад и напомнить вам, что 90% жителей Гагаузии, 90%,
голосовали за партию социалистов. Потому что партия социалистов сотрудничала с Российской Федерацией. У нас был дешевый газ, у нас был дешевое топливо. Буквально пару дней назад полностью запретили вывоз плодовочной продукции в Российскую Федерацию. У нас рынки закрыты, у нас у всех есть тут родственники, которые находятся в России и не могут вернуться к своим родителям, к своим детям. Тут есть два депутата Народного собрания, я хочу к ним обратиться. Вы знаете, что у нас покойный депутат Дмитрий Топал, наш друг, наш депутат, ушел в мир иной, и округ номер 9 остался без депутата. Он, если вам не нужен, то людям нужен. Ребята, спокойнее. Ну тут есть два депутата. Округ очень большой. Округ очень большой. И два депутата, которые голосуют против выборов. Там голосуют 2000 человек, и они остаются без своего депутата. Любой участок должен быть со своим депутатом. Также хочу обратиться. Тут говорят без партии, без флагов, без ничего. Но хочу напомнить некоторым то, что они поддерживали мою Санду. Тут есть люди, которые поддерживали партию ПАС. И все прекрасно знают, кто они. Кто это, Лёня, скажи, пожалуйста, кто? Есть группа в Народном собрании, называется Гагаус-Сиси. Во главе председателя Народного собрания Дмитрия Георгиевича Константинова. Он, вы видели в фейсбуках везде, он встречался с президентом. О чем они говорили? Что они говорили? Мы тоже не знаем, потому что, ну, не говорят, есть там у них свой круг общения, нам они об этом не говорят, и люди тоже самое не знают. Он является одним первым лицом, Башкан и председатель Народного собрания являются первыми лицами Гагаузии. Вот эта партия ПАС и Майя Санду практически объявила врагами гагаузов. И он встречается, мы депутаты, он избран 200 человек, пошел купил в Керакотике 200 человек, И он решает судьбу Гагаузии. Я хочу обратиться, чтобы вы меня слышали. Есть тут коллеги, которые встречали там на таможне, на границе там определенных политических партий людей с флагами, кричали там лозунги разные. Сейчас сегодня они говорят без партии. Потом кого они встречали там, тот же человек поддержал мою Санду. Желтыми цветами пошел, поздравил ее. Это Яната Усатый. Да. Иван Георгиевич, вы являетесь основателем, одним из основателей Гагаузии. Мне, честно говоря, стыдно, то, что вы продались и отдали Гагаузии за одну зарплату. Так не должно быть. Я в свое время, сейчас я скажу. В свое время я поддержал Рената Усатова, когда он сотрудничал с Россией. Когда он поменял желтую футболку, соответственно, Гагаузия, вся Гагаузия, весь Чишмекёй, Вулканический район, не поддерживали его. Честно говоря, на этот митинг меня не приглашали. Хотя я являюсь депутатом от Луканежского района, меня сюда не приглашал никто. Я сам пришел, потому что я считаю, что я должен выступить, вы должны меня услышать. Леня, на этот митинг были приглашены депутаты от Луканеж, Петр Иванович Фазлы и Топораш. Лично я звонил. А вы уже, тут с Камарата есть депутаты, вы пригласили, а с Чишмикой они не смогли пригласить, да? Вот я не жду, вот я пришел сюда, вот я не жду. Но они, ну почему-то, по какой-то причине. Обязательно будем поднимать и обязательно будем делать. Вы видели то, что творит сейчас нынешняя власть? Про нынешнюю власть тут очень мало сказано. Очень мало сказано. Вы видели, как справляются с матерью Игоря Николаевича Дадона? Тянут его по судам,
под опросом. Женщины 70-75 лет, она тут ни при чем, ее тянут туда. Мы видели, как сняли нашего прокурора Стояногу. Мы видим ряд беспредельных акций, которые делаются против Гагаузии. И хочу напомнить, если мы будем вместе, партия социалистов, там, я не знаю, патриоты молодого, мы должны вместе двигаться. И хочу тех людей, которые обвиняют депутатов, обвиняют Башкан, обвиняют мы, в свою очередь, будем только на стороне народа. Но, еще раз призываю, есть группа в Народном собрании, которая полностью под контролем Кишиневу. Полностью. Иван Георгиевич, мы приняли закон о пропаганде против ЛГБТ. Мы приняли закон о георгиевской ленточке. Кишинев все отменяет. А эти идут и сотрудничают с ними. Я хочу вот у них спросить, и чтобы народ спрашивал каждого депутата в своем населенном пункте, почему вы продали Гагаузию? За сколько вы продали Гагаузию? Наш председатель Народного собрания встречается с президентом Майя Санду. Об этом никто не знает, никто ничего не слышал. Почему Михаил Петрович враг ни разу не сказал про председателя? Понятно, вина есть и Башкана. Но где наш председатель? Он встречается с президентом, которая вооружает молдавскую армию против Российской Федерации. Тогда я спрашиваю, Константинов с кем? Его группа с кем? Именно хочу обратиться к Михаилу Петровичу Влах. Именно вы были против социалистов. Именно вы агитировали, и люди пошли, послушались. У вас некоторые люди, 10% прошли, проголосовали за Майю Санду. Вы сейчас, вот перед тем, как выйти сюда, вы должны сначала извиниться. Мы не перед народом, который 90% голосовал за партию социалистов, которая сотрудничала с Российской Федерацией. Леня, я извиняюсь. У нас сегодня повестка дня цены. Пожалуйста, я о ценах и говорю. Вот о ценах и говорю. Я сейчас о ценах и говорю. Послушайте внимательно. Я о ценах и говорю. Когда политик кишиневского уровня, как президент, премьер-министр, идут договариваться, тогда и вопросы решаются. Сегодня наш президент, не наш, я его не считаю нашим президентом, потому что мы за него не голосовали. Она в совокупности с Западом пошла против стран СНГ и против России. Мы понимаем, что мы находимся тоже на грани войны. Потому что не зря 40 миллионов евро выделили на вооружение. И мне самое обидное то, что наши депутаты поддерживают эту власть, эту желтую заразу. Они являются такой же желтой заразой, как и они. Я призываю, вот я сейчас смотрю, очень мало людей с Вулканешт, очень мало. Я вижу, коллеги приехали с Камрата, 30-40 человек. Я призываю всех вулканешцев, Вулканешский район, когда призывают к митингам, обязательно надо выходить и поддерживать. Потому что если мы будем сплоченными, потом и мы должны вот эту заразу искоренять не только с Кишинева, начиная с Гагаузии, потом дальше идти в Кишинев. И я общаюсь с коллегами там северных районов. Они ждут от нас, вы понимаете? Они ждут, чтобы гагаузы опять начали протестовать, начали возмущаться. Опять ждут от нас. Я говорю, вы же за нее голосовали. Вы поддержали эту желтую заразу. Вы опять хотите, чтобы мы ее убрали или сняли. Я не знаю, что они хотят там. Ну, есть, ну как в Украинском районе, смею вам напомнить, что 10% голосовало за нынешнюю власть. 10%, это немало. Только в Украинских 900 человек голосовало за Майю Санду. Илюша, Лёнь. Вадим Николаевич. Регламент. Вадим Николаевич, тут люди говорили по 15-20 минут, не было регламента. Когда я закончу свое выступление, тогда и закончу. Я
я скажу столько, сколько считаю нужным. Я хочу, чтобы мы, конечно, всегда были дружными. Всегда мы были дружными. Всегда. Вот тут коллеги призвали там без партий, без флагов. Я с ними отчасти согласен. Если мы поймем, что кто-то из нас, вот мы как соберемся, и не будет кто-то прислуживаться к чечневской власти, мы готовы оставить флаги. Мы готовы оставить партийную символику и собраться вместе, гагаузы, гаджалы, и вместе пойти против этой нынешней заразы чумы. Спасибо за выступление. Слово предоставляется общественному деятелю Бессараб Ивану. Добрый день! Всех приветствую, но я хотел бы попросить вот эту часть людей, которые вот сейчас на это крыло, Леонида Кюся, попросить, чтобы мы его прекрасно выслушали, показали свою культуру всем народам, чтобы он успокоил своих вот этих товарищей, и пускай также выслушает, если будет реплика, потом поговорим. В первую очередь хочу сказать, что, дорогие друзья, если наши вулканежцы думают, что здесь всегда будет тепло, и они не собираются по той причине, что у нас всегда будет лето, то они ошибаются. В скором времени, через месяцев два, начнутся холода, и тогда будет, как стрекоза и муравей, поплясали целое лето, настали холода, а мы вопрос не решили. Это очень большая проблема, дорогие друзья. И так что те, которые сегодня остались дома, пускай думают, что у нас скоро будет холода. Дорогие друзья, очень большие проблемы у нас есть в стране, которые мы с вами должны решать. Но я хочу напомнить одну тонкую вещь, что я заметил в одном из нехороших сценариев. Горел дом у человека, и сосед не тушил его дома, подмакивал на свой дом, кидал воду. Я спрашиваю, почему? Потому что его уже горит, но чтобы ему не загорелся. Сегодня в Украине идет вода, наши пытаются тушить какой-то пожар, который невозможно тушить, а наш дом загорается, Молдова. Это первое, что я хочу сказать. Дальше хочу сказать, что когда Молдова утопается, вот эта грязь, мы с вами, гагаузы, должны защищать нашу автономию, нашу государственность. Мы должны показать, что мы государственники. Дорогие друзья, у меня совсем речь была другой, я готовил совсем другую тему. Но так как сегодня затронули, что некоторые пасовцы тут, некоторые другие. Да, я тоже поддерживал пас, потому что я хотел той жизни, которую они обещали. Но так как они не держали своих слов, я дальше с ними не иду. Как некоторые, пускай черт войдет с рогами, но если он у власти, он с ними войдет. Я так не делаю. И некоторые сегодня готовы так поступать именно. Дорогие друзья, сегодня здесь звучало такое вот выражение слов, скажем так, даже выражение, что при социалистах газ был 4 лея. Дорогие друзья, я вам сейчас докажу, что именно все проблемы, которые сегодня у нас в Молдове, из-за социалистов, из-за господина Дадона. Я вас тоже будешь слушать. Дорогие друзья, господин Дадон, если не потерял бы свое доверие среди молдавского населения, секундочку, народ бы не проголосовал за Санду, проголосовал за российскую партию какую-то. Сегодня народ не пошел за Санду, а пошел против социалиста Дадона, который брал сумочку с деньгами у Плахотнюха, у Усатова, у Шора. И мы хотим дальше, что эти бандиты будут нами руководить. И вы хотите сказать, что эти бандиты сегодня должны вернуться обратно. Дорогие друзья, вот эта часть людей, которые не умеют разговаривать, они не умеют слушать. Дорогие друзья, хочу сказать, что если мы сегодня не объединимся против вот этих вахтаналиев, которые сегодня лают там, мы проиграем всю Гагаузию. Они сегодня не привыкли слушать народ. Они сегодня привыкли служить одному чиновнику. Идем дальше, дорогие друзья. Так, пока особо успокойся, я сильнее тебя, тебя за два раза лучше слушаю. Ну, отойди пока. Ты тоже отойди. Когда твой куратор командовал, я молчал. Иди, мадам. Когда ваш куратор говорил, я молчал, теперь убери. Дорогие друзья, вы видите, Ваня, что они делают? Ваня. Дорогие друзья. Ваня. Все. Так как. Слушай, иди сюда, отлично, я тебе покажу, кто ты такой, что Ваня. Все.
Спасибо, дорогие друзья. Если мы слышим нормально. Эй, Санда на поле, сейчас не стекает, не сима. Уважаемые друзья, Леонид Кося, я с уважением тебя выслушивал. Я очень прошу, мы проводим митинг. Ребята, я прошу вас не срывать его, ребята. Дело в том, что это боль всего гагаузского народа. Ой, как трудно говорить. Леонид Кося, пожалуйста, подойди ко мне. Леонид Кося, депутат народного собрания, подойди, пожалуйста. Леонид, ты прекрасно знаешь, что тема митинга была у нас цены на газ. Это боль всего гагаузского народа. Я понимаю, что ты один из жителей Гагаузии. Но дело в том, что сегодня обвинять кого-то там или так нельзя. Просто нельзя. Дорогой мой, послушай, пожалуйста. Я вот чисто как житель Гагаузии. Если мне кто-то неприятен, я с ним больше не связываюсь. Я понимаю так, если вы, фракция социалистов, решили, что вот есть фракция, есть люди, ПАС, я положил бы мандат на стол и ушел бы оттуда. И спас бы Гагаузию от всего этого. Ну, ребята, ну так нельзя. Просто нельзя. Ну, у нас единая беда. Леня, пойми правильно. Пойми, ну, Леня, ты скажешь, я твою точку зрения, ну, дорогой мой, вот здесь я. Ну нельзя, Леня. Это надо делать в народном собрании, Леня. Делайте в народном собрании, но здесь я... Дорогой мой. Вы знаете. Ну, вот честно надо сказать. Леонид, так я говорю, что если он... Предатель, положил этот мандат и ушли. Ушли все, как бы, все, и избавили Гагаузию от этой желтой чумы. Все, понимаешь, это очень легко и просто сделать. Но этого вы не сделаете, я даже, знаю. Потому что нет команды. Понимаешь? И, ну, команда не может быть. Быть, ребят, быть. Давайте будем честны, будем перед собой, Леонид. Ну нельзя, Леонид. Ну йог, Джакардаши. Уважаемые друзья, я прошу прощения и извинения за депутатов Народного собрания. Это наше лицо, это Гагаузия, а это видит не только Молдова, это видит весь мир. И такое мнение будет о нас. Если мы собрались говорить о газе, мы должны говорить о газе. Мы должны говорить о нашей власти, что власть нас услышала, что мы собрали подписи, предоставили им. Если Республика Молдова, власти Молдовы нас не слышат, значит, дать указание власти Гагаузии. Решить этот вопрос. Спасибо. Миша, закрывай.
Уважаемые жители города, мы извиняемся за все, что здесь произошло. Мы считаем митинг сорванным и на этом закрываем, потому что не видим необходимость проводить дальше. Извините. Мы этот митинг проведем через 2 недели, надеемся, более спокойной обстановке. Пресса! Ну что? Я снимаю! Можно полицейского? Пресса! Убирай! Пресса, не могу, закон! Можно мне полицейскую? Пресса! Пресса, братан, пресса! Это... Не снимай, братан! Там лучше по голове с ней сейчас! Ты хотел эту?
Убери, не ходи за нами. Кто приветствует? Что это за он приветствует, пусть люди смотрят. Он делает свою работу. Есть он, что можно делать, можно. Слушай, он приветствует, он имеет право. Мы находимся на улице, закон не позволяет снимать нет, все. Вопросов нет, нет, вопросов нет. Просто дело в том, что я к тому, чтобы это наше лицо. Лицо конечно, как бы сказать. Да. Поэтому... А вы политик, общественный деятель? Все нормально. Нет, кто-нибудь. Hadi ben burada. Bakar. Hadi ben burada. Твоя работа, братан, не трогай. Братан, работа. Я тебе работа говорю. Не трогай, не трогай. Не трогай меня, это работа моя. Полицейского дайте мне. Несколько. Работа моя. Что была физическая сила применена к прессе? Я редакционное задание, слушайте. Давай, может быть, и сядете с ними. Миша, иди с ней, Ваня. А теперь скажите, пожалуйста, кому я могу обратиться, чтобы, ну, не знаю, вот, вот нарушение же было, машина, да, законодательное? Наша машина, да. Где машина? Вот это, чтобы не было туалет? Где туалет?